Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы опять играем в Don't Strive. Именно сегодня я за день второй раз записываю уже видео. Продолжаю нашу игру, да. Я вот посмотрел, ладно, опять не отвечает, опять какой-то глюк на, блин. Я посмотрел, я видео только выложил, у меня уже 4 просмотра, я просто рад, блин. Ох ты, да я тут вообще, блин, да я гений. Так, мне туда бы по-хорошему, ребят. Так, блин, скоро тебе нет уже будет. Fuck you. Еще места даже не нашли нормального. Ну, заодно у нас всего должно хватить, чтобы сделать нормальный костерчик. О, семки. Семки. Так, баш кролика забить, а, ребята, я что думаю, блин, башка нифига не парит, хотя и 9 часов. Ну, фак, ну, а, ладно, становится темно, но мне пох. Еще не совсем темно, поэтому можно побродить. Блин, ну тянет меня на травку. Кстати, тут есть прикол. Ладно, здесь разведем. Хотя фиговое место, как бы. Знаете, смотрите, тут есть один, короче, прикол. О, кремень. Еще один кремень. Клево. Их уже 10 штук на. Смотрите, вот цветы, короче, их можно жрать. Но они ничего не восстанавливают. И, кстати, смотрите, ну если можно, конечно, приготовить семечки там. Сейчас все приготовим. Так, готовить. Мясо вот тоже приготовили. Шишкой топить будем. И травой тоже топить. Ну, блин, все, наверное. Морковку тоже готовите. Ну, понимаете, как бы. И что меня поразило, тут ягоды готовить можно. Не, ну, блин, ладно. Ну, морковку это да, уже привычно еще. Не, ну. Вот как ягоды можно готовить, блин? Они все спалятся, да. Так, пожрать. Ну, все ягоды сожрал, блин. Прожорливая скотина. О, блин, простите, я болею. Немножко растопим. Вот и клево, русская версия, все по-русски. Так, возьмем катапульт. Поле нашего зрения порубим немножко. Я тупо стоять не хочу. Кстати, я бы поближе к костру подошел. Я тут один раз что-то, наверное, дней 7 прожил. И какие-то 2 огроменных придурка на меня побежали. У меня тогда ни копье, ничего не было изучено. Кстати, здесь сделаем машину, которая будет нам все специально изучать. Я кувалду открыл. У меня, видите, вот лампочка эта, блин, и 27. Это, ну, все, что я знаю, так скажем. О, рюкзачок давайте мы с вами сделаем. Вот. Туда мы с вами положим весь хавчик. Ну и, блин, ладно. Это тоже... Короче, все туда почти засунем. Нет, шишка, мы еще топить будем. Нет, это топить тоже. Все сюда, сюда. Кстати, дровами можно топить, но фигово это, как бы, не советую. Вообще, так. Так, ловушка на мне. Соломенный лежак. Вот это полный бред. Он всего на один ночь. На одну ночь. Кстати, я доски тут открыл. Вообще, нифигово так. Так, ферму. Вот ферму я делал, смотрите. Это вот навоз. Ну, дерьмо, блин. О, мы сохранились. Дерьмо это этого, блин. Как бы сказать. Есть один придурок огроменный, блин. Не могу даже сказать. Они, короче, срут ходят, блин. Волосатые придурки. Не знаю, как их назвать. Так. Так, что он... О, блин, простите. Так, блин, интересно, сколько я уже записываю по времени видео. Ну ладно, если, блин, может оно вырвется внезапно, ну ладно. Будьте готовы на всякий случай. Я уже просто, блин, уверен, что скоро вырубится.
смотреть не буду, потому что наверняк уже скоро конец близок. Тогда он записал, наверное, не знаю, ну, немножко, совсем капельку. Блин, не успеем, честно говоря. Да, он быстрее. Нереально, надо куда-то сходить, посмотреть. Так, вот туда надо нам. Потому что, блин, ну, не знаю, тянет меня туда. Давай, бегом, Форест, беги, блин, ты скроешься. Давай, да, ты сможешь. Надо было двоих сразу очкануть, но если бы смог. Вопрос времени, да. Давай, мальчина. Вот почему миллион... Блин, что ты не долбишь? Это твоя профессия, шахтер был. Блин, какой-то злой, что ли, да? Да. Блин, смотри, поднять ко мне, вот. Так, что-то надо успокоить. Так, да, мы здесь. Так, немножко здесь пробежимся. Да и тут ничего такого. Значит, нам туда.